друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и добро пожаловать обратно в мой мир. Я думаю, все вам прекрасно известен вот этот вот домик в обычном Майнкрафте на версии 1.18.2. Я его уже полностью обустроил, и посмотрите, как у меня здесь все красиво. Тут у меня ресурсы, тут у меня еда, тут у меня инструменты. Опачки, это каким образом так резко ночь-то началась, а? Ох ты ж, черт его возьми. Я вам хотел про это сказать немножко позже, но, кажись, уже началось, ведь ролик и необычный. Дело все в том, что сегодня я установил мод на страшный Майнкрафт. И в этом страшном Майнкрафте должен был появиться один страшный блок. И вот он, судя по всему. Ух ты ж, черт его возьми, у него ж глаза двигаются. Вы посмотрите, он как будто бы живой, а как будто бы не живой. Привет, дружочек, как ты поживаешь, как тебя зовут? Ты с какой планеты вообще сюда прилетел? Вообще сказал, что нам нужно его добавить. Быть, ну, давайте пойдемте попробуем. Так, все, за киркой я сбегал. Ладненько, прости меня, мой хороший, дорогой друг. Надеюсь, ты мне ничего плохого не сделаешь. Черт возьми, что происходит? Нет, 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 только не храбри, только не лик, только не 303, то пожалуйста, 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 пожалуйста. Да уж. Вот я и попал. Вот так вот, друзья, вот так вот. Подойдешь, блок сломаешь, и все, он тебя захватит. Добро пожаловать на один страшный блок в Майнкрафте. Видео, кажись, будет безумно интересно, поэтому досматривайте до конца. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, а мы начинаем. Приятного просмотра. Настало время тебя, мой дорогой друг, сломать, и мы сразу же с первого попадаем в плоть. Чёртова возьми, вы же, ну вы поняли, да, что это за плоть имеется в виду? Да, определенно, это будет очень страшный блок. Так, тут хотя бы подзол, это намекает нам, соответственно, на какое-нибудь кладбище или что-то типа такого, но мы не отчаиваемся, а продолжаем просто добывать этот блок и... Получаем осколок души. Небольшой дар из мира духов, дающий кратковременный полет. То есть, получается, я могу его использовать. А, я могу его скушать? Стоп, я придумал. То есть, я могу... Например, сейчас вот добыть блоки. Вот так вот скушать этот осколок души. И полететь. И поставить под основание блок. И взлететь сюда. Круто! Давайте все-таки не будем закрывать ему обзор. Мы все-таки хотим с ним подружиться, потому что вот у него глазики здесь повсюду. Лучше вокруг него будем делать базу. Во, вот так вот, да. Вот здесь вот плоти ему добавим. Вот так, в принципе, мне кажется, вообще хорошо. О, все, другое дело. Ну, поехали дальше добывать блок. А, мне даже кирка для него теперь не нужна. Ну, вообще прекрасно. Саженец съели, хорошо. Поставим здесь, пускай будет. Куча черепов визора скелета. Ну, спасибо большое. Полезно, полезно. Да. Продолжаем добывать. Мне реально безумно интересно стало, что вообще происходит с этим блоком. Что это? Камень. Просто обычный камень. Ну, давайте поставим камень здесь. У нас пока что очень страшный остров получается. Ну, в целом, как и этот блок. Ну, да ладно. Так, у нас еловые доски, редстоун. Не знаю, зачем. Черт его побери. Да. Это, скорее всего, чей-то скелет. Скелет того, кто уже был на этом блоке и остался на нем. Но я надеюсь, что мы выберемся отсюда. Золотая руда, булыжник. О, это что? Коса смерти. 8 урона. У, только вернись! Пожалуйста, пожалуйста, верни. Все, вернулась. Офигеть! Ну все, я вообще бессмертный получается. Так, окей, у нас есть оружие. Это, кстати говоря, плохой знак, потому что это означает, что у нас, возможно, будут какие-то монстры. А это что? Это, скорее всего, чтобы зажечь здесь огонь, и у нас будет свет. Круто. Да, очень круто. Поставим это здесь. Так, продолжаем. Это у нас что? Колючий снежок. Самый смертельный пранк. А ну-ка, и что эта штука делает? Что, если я это кину вперед, и оно упадет на меня? А, я понял, это еще один вид, это вид оружия. Реально еще один смертельный пранк. Продолжаем. Ох ты ж, ё-моё, ты кто такой? Коса смерти, давай, давай. Почему коса смерти не сработала, я не пойму. Вот это я сейчас обосрался. Вот это я сейчас знатно обосрался. Это что вообще сейчас было? Так, ладно, просто не останавливаемся, продолжаем. Что это такое еще? Уйди. Что это? Какой черт его возьми посох? Нафи... А, ты мой друг? Подожди, не понял. То есть я могу тебя скинуть, ты появишься?
А, да, так это мой друган. Я думал, ты меня убить хочешь вообще. Так, окей, ладно, хорошо, продолжаем. Я вообще в шоке от этого одного блока. Но мы продолжаем расширять наш остров, потому что на одних блоках далеко не убежишь от всяких монстров, которые будут спавниться. А тут еще, не дай бог, всякие херабрины, Entity 303. Мы их видели, когда была анимация у блока. Видели еще как. Так, вот здесь поставим, вот здесь. Надеюсь, верстак там пока что не нужен. Но да, это люто, это очень люто. И вот с этой стороны тоже, думаю, проставим блоки. Не знаю, крафтилось ли что-то из этой плоти или нет, но в любом случае. Я придумал, давайте этого монстра мы с вами назовем Бэги. Типа, это будет как и Бэги, но так и как и Беги. То есть беги от него, беги от Бэги. Гениально и просто. Бэги, давай, беги отсюда. Пошел, пошел, пошел. Да, он неубиваемый, то есть с ним я сделать вообще ничего не могу. Фу, ну и воняет у тебя изо рта, Бэги. Ну ладненько, продолжаем, значит. О, господи, что это такое? Пронзатель души пронзает любой блок, используя силу собранных душ. И как это работает? Я... О, офигеть, добывая руду, мы, получается, можем собирать вот эти вот души, которые позволяют нам летать. Вау, и еще он сразу же переплавляет всякое. Ладно, я понял, руду я больше так ставить не буду. Ну окей, в любом случае, мы поставим здесь булыжник и все хорошо. Дальше закроем здесь яму и продолжим скапывать наш один блок ужаса. Это что такое? Что сейчас выпало? Я даже не понял, что сейчас выпало. Окей, это у нас просто черная дверь. Пускай будет типа страшная дверь. Земля, а это что? Кровавые поножи. Фиксплей бы обрадовался, наверное. И что они делают? Господи, это глаза или они пульсируют, я не понимаю. Что за жуть вообще творится на этом одном блоке? Причем это только начало. Я не представляю, что будет дальше у нас. Так, продолжаем расширять. У меня уже куча земли. У нас, смотрите, какой уже один блок получается. Целая платформа с дверью даже. Ходи, не заходи. Продолжаем. Этот один блок все больше и больше начинает удивлять. Это повешенный скелет. Ладненько, давайте его поставим вместе с тем скелетом. А где тот скелет? Подождите. Я точно помню, что я ставил какого-то скелета. Тот пропал. Я ничего не понимаю. Помогите в комментариях, напишите, куда пропал этот скелет. Дерн выпал. О, немножко угля. Вот как раз таки сейчас мы вот так вот добываем. Нам падает уголь и еще и души. Шикарно. Так, хорошо. Предлагаю вот здесь поставить траву, чтобы у нас все было зеленое здесь. Отлично. Потом вот это вот соединим, у нас будет зеленая тропа. Шикарно, шикарно. Маленькая черная урна. Интересно. Но прежде чем мы посмотрим, что находится в этой урне, вскопаем еще один. Да что? Остров вызван? Какой остров вызван? Чего вообще? Ну нифига себе, я решил не скрывать урну. Так, острова я пока что никакого. Может быть, прорисовка или еще что-то. Давайте посмотрим, что в урне лучше. Во! Костяной кинжал. Кровь вампира дает временную жизнь вампира. То есть это буду под солнцем гореть? Кусочек золота, золотое яблоко, паутина, кость, золотая морковь, золотой блок, золотой слиток. Ну, в целом неплохо. У меня как раз еда заканчивается, поэтому золотую морковь на ура мы сейчас кушаем. Где остров-то? Я не понимаю. Может быть, ему нужно время прогрузиться или нужно сломать еще пару блоков? А ну-ка. О, факела как раз-таки. Вот это вообще хорошо. Потому что если скоро стемнеет, почему у нас два солнца вообще? Тихо, пролагало что-то. О, о! Пролагало. О, с ума сойти, появился, появился. Капец, он огромный. Остров появился. Так, подождите, я даже хочу это приблизить. Ха-ха-ха, с ума сойти. Так, окей, у нас с вами есть несколько душ, это именно 5. Давайте попробуем что-нибудь сделать. У нас с вами есть кровавые поножи, есть коса смерти. Кровь вампира, мы сами ее проверим. А пока что кушаем, значит, вот эту вот душу. И поплыли, полетели, полетели, полетели. Сколько секунд у нас? 16 секунд есть. Нормально, 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 нормально. Так, быстрее. Так, знаете что? Мне сейчас страшно туда идти. Давайте кого-нибудь позовем из друзей. Привет, Гречен! Ё-моё, ты напугал. А где мы? А мы сейчас находимся с тобой на одном страшном блоке. Причем сейчас 22:24. Гречен уже спит, а я его позвал сюда играть. Мне кажется, я попал в мир Майнкрафта. Это уже старый мем, Гречен. Что за фигня сразу? Это мой друган, я даже не ожидал, что он тебя испугает, если честно. А как его зовут? Это Беги. Я буду звать его Антон. Нет, это Беги. Не, он выглядит как Антон. Ну это типа, беги лучше от него. Ё-моё. Так, Гречен, мы с тобой прямо сейчас отправляемся в этот страшный замок. Я не знаю, что это, появился какой-то вот у нас вот остров. А что тут есть интересного? Ну вот сейчас глянем, что тут есть. Ну я вижу, даже здесь все пустое, я вообще ничего не интересую. Вода только странная какая-то. Красная, багровая. А, она еще и обжигает, не прыгай в нее. А я хотел попить. Не надо, лучше я тебе потом в туалет скажу там попить. Эй. Так, а как там проникнуть-то? Я сверху уже почти зашел. О, зашел. Ладненько, я тут тогда блоки сломаю и зайду вот здесь вот. О, смотри, это сын, бежим вот этого.
страшилки, пугалки с белыми глазами, как его там? Херобрин, тот самый, да. Да, оно. А в вещах тоже ничего нет. Ага, окей. То есть, позже смотри, из этого острова течет кровь. А еще тут какая-то страшная библиотека. Мне кажется, если читать эти книги, можно призвать дьявола. Здесь хотят призвать Херобрина. Это трон Херобрина. Ты опять меня это напугал, беги. Да кто, кого напугал, алло? Да нет, ты. Да ё-моё, я опять свою косу кинул. Антон, что ли? Антон тот самый, да. Так, Сай, иди сюда, сфоткаешь меня на память. Да не буду я тебя фоткать, подожди, я тут смотрю еще по сутку, как что есть. Я только одна фотография нормальная, Геленджик 2007, я хочу новую. Вот и все, с ней останешься навсегда, да хватит меня пугать, это что ж ты пугаешь меня и пугаешь. А че вообще, зачем мы здесь, зачем ты меня позвал? Не дает открыть книжку, прикинь. Кто? Вот эта вот штука не дает просто, ну все, залагала. Какая-то мистика началась. Или не пустая? Я не знаю, мистика началась какая-то. Это все мистика, это все миф, я в мистику не верю, знаешь во что я верю? По что? В свою силу, Фиксай. Вот в чем сила, брат? Конечно же в ньютонах. Да хватит меня пугать! О! Тотем Вуду. Оживляйте после смерти, проклиная ближайших врагов. Фиксай, ты чё там разорался? Чё там у тебя? Алло? Это чё за звуки наверху? Гречин? Не знаю, я ничего не слышу. Я, короче, смотри, чё я в сундуке нашел. Я нашёл нам немного еды. Держи. Это, кстати, тебя? Ну, это не самая лучшая еда, но в целом спасибо. Гречин, там наверху что-то случилось. Что? Чёрт возьми! Вот это я вообще ожидать не мог! Пошли на улицу, пошли. Стой, я бью кровь вампира. Я не знаю, что я сделал. Что, кем я стал вообще? Вампиром? Нет. У меня два сердечка, у меня два сердечка. Так, я выжил хорошо. Так, быстрее сюда. Мне страшно. Мне тоже страшно, я не знаю, что делать. А погнали, может, уйдем отсюда, пойдем оружие добудем, потом вернемся, ну, там, завтра, послезавтра, ну, когда не страшно будет. Тихо, он здесь! Где моя коса вампира вообще, я не понимаю. Так, все, я вернул косу. Где он? Ну, косу, я его убью, я его не даю. Опять косы нету больше! Коси его! Делай что-нибудь! Все! О! Все? Убит? Да! Молния Херобрина. Беспощадно владейте молнией мести Херобрина. Ну-ка. Опа! Дай мне. Это же нечестно. То, что у тебя оружие, теперь у меня оружие будет. Все, прекрасно. Что за звуки там? Я опять не понимаю какие-то. Не знаю, пошли посмотрим. Мы теперь сильные. А где мой этот Бэгги? Амбэгги? Антон, что ли? Пучу добытый. Что это? Это я молнии кинул. Иди сюда, я тебе покажу. Подожди, молния здесь какой-то. Здесь какая-то это монстрище какой. Что это? Что там? Что? Это раздался? Моя коса. Я думал, здесь какой-то монстр находится. Погнали отсюда. Мне кажется, тут больше ничего нет. Я уже все комнаты обошел. Давай. Иди сюда, быстрей. Куда? Да вот, я внизу нахожусь. А, я уже почти с тобой. Смотри, держи вот эту вот осколок души, значит, и его используй. И со мной на остров полетели вон тот. Кушай его. И полетел. О, хорош. Ой-ой-ой, я парю. Прикинь, я как в креативе летаю. Да. Давай только быстрей. А что, долго он действует? Еще 3, 2... Ну ты успел, смотри, ладно. Я как привидение, Один, Гречин! Гречин! Что, Гречин? Я уже, ай, ё-моё, 19 лет как Гречин. Испугался. Ну ты думай-то, а? Чуть не разбился. Так, смотри, вот это вот тот самый один блок ужаса. Самый страшный блок. Сломаю? Ну, что-то определенно с него выпадет. Наша задача его полностью добыть и выбраться отсюда. Прикольно. Так, ты подожди. Цой, ты что это сейчас там выпало? Смотри, проклятая голова хера. А что она делает? Я не знаю. Опачки. А я не могу стой. Ее надеть. Дай мне ее. Держи. У блока появилась какая-то функция. Подожди, проклятая. Все, к черту, взорвалось. Я понял. Окей, эту штуку мы больше не используем. Так, смотри, сюда можно что-то положить теперь. А давай ту самую молнию положим. Не, я не хочу молнию. У меня факела были, давай факела. Ой! Она его выкинет. Проклятие остается. Подожди, я могу положить все, что угодно, и оно будет есть это. И чё? А я не знаю, а что за проклятие вообще? Я не знаю, я сам не понимаю. Положи молнию, Херобрина. Я не хочу ее отдавать, она крутая, смотри. Так, ты меня чуть не убил снова. Положи молнию, я тут говорю. Нам не просто так выпала эта голова, Херобрина. Да. Во! Он ее ест? А может, туда голову надо было отдать? И что произошло? Ничего. Как ничего? Она просто ее съела, обжора, ё-моё. А ну-ка, отдавай обратно. Опачки, вот это вот прикол. Тихо, он нам что-то сказать хочет? Ой. Он говорит, я вижу тебя. Я тебя тоже вижу, не удивил, ё-моё. Он какой-то модный, слышишь, смотри, какие у него очки. Вообще реальный свэк. Да, я вижу тебя, но дай мне насладиться солнцем хотя бы разок. Вернись ночью. Ладно, давай его оставим здесь просто. И погнали дальше копать. Так, а это кто? Ой-ой-ой.
А вот это уже не круто, вот это уже не круто! Скидывай, там может что-то интересное выпадет хотя бы, а то никакие тут блоки без... Тексай, держи, золотое яблоко. Золотое яблоко? А зачем? У меня без... Стоп, остров вызван, страшный... Что ты опять вызвал? Что ты опять наделал плечи, да? Я просто туда нажимал. Так, ладно, смотрим новый остров, ждем. Так, пока ждем, давай продолжать. Здесь золотые блоки. Дальше, дальше, дальше что? Ну ты подожди, ну так быстро не ломай, да? Ну хватит так быстро ломать. Я даже не успеваю посмотреть, что нам выпадает. А я сейчас не только ломать буду... Ой, чего ты там наделал? Я хотел скрафтить верстак и просто блок поставил. Да я понимаю, что ты меня видишь. Что ты от меня хочешь, я не понимаю, мужик. Вот, держи фикса. Я скрафтил нам инструмент, тебе лопату, а мне меч. О, кстати говоря, смотри, какой у меня этот снежок есть, смотри. Алмазы! Да пофиг на эти алмазы, смотри, какой у меня снежок. Какой снежок? Ты... Что это за снежок такой? Это пранк. Это не пранк, это больно было, у меня пол хп снял. Так, стоп. Крещен? Да. Опять подлагнуло. Все, остров появляется, кажись. А где? Я не вижу. Я тоже не вижу. О, остров появился. Ох ты ж, ёкалабана, это что такое вообще? Погоди, а как мы до него достроимся? У тебя блоки есть? Так у нас же есть с тобой осколки души, ты забыл? А, у тебя еще есть? У меня просто закончится, мне одну скину. Да, да, конечно. Так, смотри, что тут еще по блокам? Давай попробуем скормить ему, знаешь что? Проклятую голову Херобрина. А ну-ка. А, у тебя есть? Давай. Может я быть, думал, она взорвалась. Слушай, мне кажется, нужно что-то скормить ему, чтобы он нас выпустил. Но что именно? А, причем он обратно выплюнул эту голову. Ну окей. Так, смотри, значит, какой план? Я сейчас беру пронзатель души, ломаю одну руду, получаю еще один осколок души. Бери, раз. О, да, спасибо. Ну да, два, да, держи два. Нам нужно еще немножко руды. Вот так вот раз, вот так вот два. Все, погнали. Лети, Гречен! А я не знаю как, я не могу. Я не могу лететь. Два раза на пробел нажми, дурень. Ай, я забыл. А я до этого как-то оно само. Я думал, а что я падаю? Я думал, все. Офигеть, что это за место? Во-первых, здесь сломанные чанки. Во-вторых, что это? Здесь какая-то мистика определенная. Это зеркаль. Погоди, это паркур? Я обожаю паркур. Я каждый раз... Ой. Я хотел только что сказать, что я каждый раз паркур прохожу. Вот я тебе сейчас покажу, как надо. Вот так вот раз, два. Вот так вот три. Вот так вот четыре. Вот так вот пять. Дождь, кстати говоря, закончился. И что это? Что это такое? Что? Где? Кто? Я не знаю, здесь какой-то блок незерского нароста. А давай сломаем. Да я уже сломал, поставил его, ничего не произошло. А, даже так. Погоди, а может его надо сломать и той штуки с артом скормить? Ну, может, можно попробовать, то просто он здесь повсюду. Блин, а тут еще скелет обугленный, прикинь, черный скелет. Да, 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 вообще какая-то жуть. Вообще, мне тут не нравится, я бы лучше дальше спал. Может быть, сюда блок какой-то надо поставить. Я знаю, какой. Грип, ладно, он не ставится. Погоди, какие еще. А может, тот самый адский нарост, который там был. Погоди, а может голову Херобрина сюда поставить? Ее не ставить, она взрывает все. Так там же взорвем ее здесь. Так какой надо поставить туда наверняка что-то. Пойди забери вот этот адский нарост, или вот скопай его где-нибудь, надо поставить его, я думаю. Все, сразу меня в свои эти. Ну да, смотри, например, я сейчас ставлю блок земли, он же не появится с блока земли, да? Я не знаю, ну вот, я же тебе говорю. Так, может быть, золото он появится. Да погоди, это я уже нарост несу. Вот, он тоже золото не появляется. Надо думать, не Гречен. Так может это как мистер Няшка, алмазы надо поставить. У нас нету алмазов. Ну, типа, у нас не хватает на блок алмазов. Ну, у меня были алмазы, если что, ну, скрафтил. Ой, ботинки. А, ну ты гений. Может, обратно пойдем блок копать? Погоди, я нарост принес, иди сюда. Где ты? Я тебя не вижу. Да я вот около алтаря стою. Все, поехали, давай. Три, два, раз, хоба. Ох ты же, ебать! Что такое? Гречен был, Гречена нету. Тихо, коса вернется? Ну, конечно же, коса не вернется ко мне. Ну, привет. Корабль чемпион. Черту возьми, что это? Ой-ой-ой, я пришел, видимо, зря, потому что он бьет очень больно. Таких боссов я еще не видел, Гречен. Это какая-то жесть. Слушай, я попытаюсь его повзрывать. Ну да, слушай, головой Херобрина хорошо вообще стреляется. Черту возьми, он меня поднимает. Он тебя поднимает? Гречен, он меня поднимает. А я мечом сейчас... Погоди, он мечом... Офигеть! Я ему очень мало урона наношу. Фицай. Я его только головой Херобрина могу взорвать по-другому. Нет, слушай, если бы не тотем Вуду, я бы не знаю, что я делал. Я бы не выжил здесь. Отвлекай его, пожалуйста, а то он меня нет причем. Гуль! Я какого-то гуля разблокировал. Я могу теперь в гуля превратиться. И выходиться какого-то могу... Вообще, где я вообще? Тут все в частицах какие. Он не бьется, погоди, он с меча вообще ему урон не наносит. Надо по голове, никак. Надо по голове ему бить прямо. Так она у него пустая. Я ничего не понимаю, у меня просто один тотем бесконечно появляется и все. Так тебе везет, а мне вообще бегать приходится. Погоди, не, реально, я ему мечом сношу очень хорошо, смотри. Просто давай, давай, чуть не осталось, чуть не осталось, чуть не осталось. Давай, 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 давай. Давай, я на себя отвлекаю, так как я бессмертный сейчас. А где? А, он взлетел. Конечно, взлетел, он сейчас поднимать будет. Тогда я сколько. Нет, осколок души я не буду тратить, нам еще возвращаться с этого острова. Он опять не бьется, погоди, он щит какой-то поставил или что это? Давай, чуть осталось! О, он а хилится! Где?
где? Ух ты ж, ё-моё, что происходит, Гречин? Это вторая фаза, видишь, он перевоплотился, мы с него сняли одежду или как? Всё, он... Это просто жесть! Не-не-не, если бы не это бессмертие, это вообще конец был бы. Я тоже слеп, я ничего не вижу. Это очень похоже на финального босса, значит мы близки с тобой. А что сделать? Как его атаковать? О! О! Гречин, давай! Вот, началось, он, видимо, был непробиваемый, а сейчас он ослаб. Скорее всего, да! Быстрее! Давай! Еще и третья фаза сейчас начнется! Ты посмотри, что с тебе происходит! Позвоночник ты искривляется хуже, чем мне, когда я на кресле. Охренеть, Гречин! Это просто жесть! Все, теперь он без них! Все! И последний удар, давай! Хова, все, у него башка отвалилась, мы ему голову отрубили. Найс! Все, давай, уходи под землю, вонючка. Все, а тебе что-то выпало? Я не знаю. У меня весь инвентарь заполнил. Вот у меня коррупшн какой-то. Погнали попробуем эту штуку скормить и узнаем, что будет. Подожди, я ничего не понимаю, дождь еще идет. Ты давай, держи, вот тебе блоки, стройся. Давай. Стоп, вы издеваетесь, я вам сказал, дождь идет, и дождь закончился. А что-то можно так всегда? А ты можешь его вызвать, чтобы мои грядки полить, а? Можно, пожалуйста, в огород Гречину? Не, это точно, если бы не этот тотем, то это конец бы. Да это вообще имба, ты видел? Я к нему даже подойти не мог, я просто раза два убил, вообще просто только так я отлетал. Так, мы пришли, получается, оттуда, но здесь еще что-то есть. А там просто чанки, мне кажется, хотя погоди, там какой-то данж. Мы с тобой как настоящие данжен-мастеры должны проверить это. У тебя еще блоки есть, а у меня закончились. Ну а тогда используй осколок души. Не-не-не, а я оба съел. Я... Да что ж за паук здесь взялся? Погоди, а что это тут за эти деревянные блоки? Мне кажется, там данж какой-то. Да ты офигел, паук, что ли? А ты где? Да пытаюсь наверх подняться. Так у тебя что, блоков что ли нет? Я тебе на зарак и сколько скинул. Иди сюда, я тут почти лестницу построил. О, хорош. Ну немножко кривая лестница, конечно, но в целом. Нормальная лестница. Сам ты кривой, блин, нашел сюда. Лестница вверх, нормальная, смотри. Так, какая-то пирамида. Пирамида. Ух ты ж, ё-моё! Это тот самый Entity Prepare! Он еще и телепортируется, чувак! Он тепается! А иди сюда, я тебя полбу... Ай! Больно! Он очень сильно бьет, Фиксай. А что мне с ним делать, я не знаю! К нему попасть, не... Погоди, нет, я по нему попадаю! Смотри, давай, просто запинаем его, Фиксай, давай, пытаюсь, толкай его! Пытаюсь! Давай, приходи один, мой друг, мы тоже один придем и запинаем тебя! Ты куда ты? Давай, у меня уже опять минус... Да не, это ужас просто какой-то! Опа, отлетел. Черт, где он? Он сверху давай, теперь! Давай, гаси его! Давай! Я тебе тоже надо было меч крафтить, а не кирку, ё-моё. Да у меня ничего нормального нету, у меня вот какой-то маленький кинжальчик какого-то маленького вампирчика, который непонятно где вообще проживает, какой-то маленькой пещерчике. Просто запинываю его в угол. Да я сколько у него жизни! Погоди, это же Entity 303. Все? Что? Что за звуки? Что-то было как-то слишком легко на самом деле, слушай. Да. Это же этот Entity 303, да? Мне кажется, но это чувак, который, знаешь, там за деревом стоит и постоянно подглядывает за тобой. То есть он особой опасности не представляет, но все равно. А я его один раз видел, мне пришлось комп выкинуть, прикинь. Было дело. Ой-ой-ой, нет, туда я провалиться не хочу определенно. А что там, давай я провалюсь. Что с него выпало? У меня был полный инвентарь. Гречин! Забери меня отсюда, пожалуйста. Тут очень много мобов. Держи осколок. Погоди, а что у меня в... О, Фиксай, у меня игра забагала или у тебя тоже эта штука всякими блоками переливается? О, предмет 303. Владение темной силой, запретной сущности 303. Но эта штука ничего не делает. О! А что ты делаешь? Смотри! Погоди, ты тоже теперь как Эндермешка. Да, я теперь как Entity. Офигеть! Подожди, я с тобой не успеваю. Дай мне попробовать, пожалуйста. Где ты? Иди сюда. Я очень хочу, иди сюда. Ой, держи. Иду сюда. А что, как им пользоваться? Ё-моё! Погоди, а вон туда могу? Ну все, походу на этом страшилки закончились. А все, а что теперь бояться-то есть? У нас все есть, мне кажется, в этой жизни. Кстати, ты помнишь, тот мужик вот этот повешенный сказал, что нужно прийти к нему ночью быстрее? Фиксай, я упал. Ай, красавчик. Привет. Я все понял. То есть того босса нам выпала куча, скорее всего, этих коррупшенов, и за них можно покупать различные вещи. И тот самый тотем бессмертия, и какой-то держатель для конфеток? Так, все, я покупаю держатель для конфет. Держи. Я не знаю, что это. Погоди, ты меня обманул. Что это за металлическая штука? Я думал, там конфеты. А, кендл, это... Это для факелов, это для факелов. А зачем оно нам надо? Ну, за теперь у нас теперь такая атмосфера красивая. Так, ну что же, Гречин, как бы там ни было, сила крутая, не крутая, нам придется, кажись, кормить это ему. Я себе тотем купил. Нет, ты, конечно, красавчик, но давай, клади. Entity 303 вот эту штуку? Да. Эх, ну ладно. Пошло дело. О, смотри, там даже частицы. Тихо. Опа. Пошло дело, Гречин. А, мне страшно. Что?
Ты видел это? Меня выкинуло сервер, фиксай. У меня было написано, проклятие было снято, и меня крашнуло. Все, черный экран. Фиксай, у меня комп завис. Офигеть. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Я не знаю, что произошло.